станция метро театральная. Вы никогда не задумывались, насколько смелые люди, которые изучают генную инженерию? Ведь когда ты общаешься с человеком и говоришь, что ты этим делом занимаешься, он начинает бояться тебя и представляет, что ты будешь проводить на нем опыт, скорее всего. Либо он будет восхищен от того, насколько ты оригинален. Ты не занимаешься какими-то банальными работами, не сидишь в офисе, а ты изучаешь ДНК. Это очень круто. Я думаю, что генная инженерия связана с станцией метро Театральная тем, что в театре, в принципе, играется тема любви, взаимоотношений людей. А если бы там игрались темы генной инженерии, я думаю, что это был нонсенс. Это был бы нонсенс в обществе. И вообще, генная инженерия это действительно круто. Я всем советую этим заниматься. А лучше изучать актерское мастерство. Ораторское. И ораторское, да. В клубе Toastmasters, чтобы не повторять ошибок. Спасибо.